quoi pour qui j'existerai. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Желаем нашим силы и чашу бесконечную добра. Пусть все невзгоды станут пустяками, а в этот день гордятся вами все. Пускай родные будут рядом с вами, спасая от тоски и всяких бед. Нашей с тобой войны, ты моей не пыль.
друзья, наш праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, подошел к концу. Хочется поблагодарить замечательных и отзывчивых людей. Директора Михайловского рынка Алексея Юрьевича Исаева, директора магазина «Светофор» Корнева Оксану Николаевну, директора автошколы ВОА Кононову Галину Ефимовну, руководителя компании «33 пингвина» Ольгу Шевченко. За красивые букеты спасибо руководительнице цветочной мастерской «Флор Деко» очаровательной Дарье, руководителю лучшей мебели в России НАН Геннадию Геннадьевичу, директору рекламного агентства «Из уст в уста» Альберту Самедову, директору кафе «Лофт» обворожительной Светлане, организатору культурно-патриотического проекта Виктору Котову и всем гостям и артистам, откликнувшимся и выступившим на нашем концерте, посвященном Дню защитника Отечества. С праздником, дорогие друзья! Приглашаем вас на праздничную фотосессию!